Красноярцы почтили память погибших во время битвы на Курской дуге. Сегодня исполнилось ровно 70 лет со дня победы в сражении, которое стало переломным в ходе всей Второй мировой войны. Возложить цветы к мемориалу победы приехали главы региона и города, ветераны, а также волонтеры, которые до сих пор пытаются найти на полях сражений останки пропавших без вести солдат. Подробности в сюжете Демида Лабушева. Сегодня красноярцы почтили память советских солдат 70 лет назад, погибших в Курской битве. Она была одной из самых крупнейших за всю историю Великой Отечественной войны. Возложить цветы к мемориалу победы сегодня приехали ветераны, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, глава города Эдхам Акбулатов и представители общественных организаций. Битва на Курской дуге продолжалась 55 дней. Это самое крупное танковое сражение в истории. В нем участвовали около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. За родину сражали солдаты со всего Советского Союза, в том числе и красноярцы. Их память и память всех погибших в войне сегодня почтили минутой молчания. После возложения цветов глава города побеседовал с ветеранами. Кто-то рассказывал, как служил на войне, другие говорили о патриотическом воспитании подрастающей молодежи. И, конечно, вспоминали, насколько значимой была победа в Курской битве. Память об этом событии должна сохраняться, и об этой грандиозной битве, и о победе советского оружия, безусловно, должна сохраняться в нашем сознании, в сознании тех красноярцев, кто только-только сейчас начинает ходить в школу. Эдхам Акбулатов отметил, что каждая встреча с ветеранами – это всегда не только общение с теми, кто сражался за родину, но и обсуждение самых важных задач, которые стоят перед властью. Глава города сказал, что ветераны очень точно замечают ключевые проблемы и всегда предлагают дельные решения. Пожилым солдатам приятно, что к их мнению прислушиваются. Мы наблюдаем вашу требовательность, ваше желание вникнуть во все проблемы, найти какие-то пути решения тех проблем, которые есть, проявляете настойчивость, требовательность к кадрам – это самое главное, потому что от кадров, от людей зависит много. Хотел бы пожелать, чтобы все у вас получалось, ну а мы, ветераны, будем поддерживать вашу настойчивость. На встрече с ветеранами были и участники организации «Вахта памяти». Уже на протяжении нескольких лет волонтеры выезжают на места бывших сражений и пытаются отыскать останки тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Если находим кости и медальоны, то мы отдаем сначала на мемориал победы тоже в том город, в тот край, где мы копали, а там уже они смотрят, если с медальоном, отправляют уже в те города, откуда пропавший вот солдат. За долгие годы участникам движения удалось отыскать останки нескольких тысяч солдат и передать их родственникам. Ветераны войны сегодня благодарили молодых за то, что те не забывают солдат, которые сражались за их свободу. Огромное им спасибо. Это продолжение, это честь и хвала этим людям, которые не забывают о том, что люди сражались за их будущее, за их счастье. Спасибо им большое. Сражение на Курской дуге закончилось ровно 70 лет назад, 23 августа 43 года. Судьба многих солдат до сих пор неизвестна. Сами ветераны говорят, что война закончится только тогда, когда будет похоронен последний из павших солдат. Эту и другие темы я предлагаю обсудить на нашем сайте afontovo.ru. Также, если у вас есть новости, вы можете звонить лично мне. Мой телефон 285-56-53. Демид Лабушев, Михаил Ткачук, Афонтово. Новости.